В первые дни Нового года в музей-заповеднике Горки Ленинские был дан старт конкурсу «Фото январь», в котором могли принять участие все желающие. Достаточно было лишь сделать зимнее фото на территории заповедника и разместить его в одной из социальных сетей – ВКонтакте или в Инстаграме. А чтобы организаторы смогли увидеть снимок участника, поставить хэштег «Фото январь в Горках». Больше всего изображений люди разместили в Инстаграме. Очень хотелось, чтобы люди проявили себя с упоминанием нас, у нас здесь, чтобы вместе было какое-то наше сообщество уже внутри интернета, не только здесь. Что люди фотографировали? Себя и природу. В основном, конечно, природу. Этим мы и славимся. Тем более, что как раз после 10 января, когда еще и выпал снег, и появилось солнце, морозная погода, конечно, множество можно было сделать очень хороших фотографий. По правилам проведения конкурса, победителями должны были стать те пользователи, которые набрали наибольшее количество лайков. В передовиках оказался пользователь с ником Вика Шилкова. У нее почти 500 лайков. Организаторы предполагали выявить 10 призеров. Но так как участников было всего 14, наградить решили всех. Конкурс завершился 22 числа. Теперь в качестве подарка всем фотографам и их семьям предстоит посетить усадьбу Горки Ленинские для участия в увлекательном квесте. Делим участников на две команды. Они получают задания, идут по комнатам. Ну, конечно, мы идем с ними, тоже смотрим, чтобы все было хорошо, но они могут подойти поближе к предметам, они должны что-то сфотографировать, ну и ответить на все эти вопросы. Подобные конкурсы в заповеднике планируют проводить постоянно, только менять приставку в названии в зависимости от месяца. Следующий ожидается в феврале. Узнать актуальную информацию можно из аккаунтов в социальных сетях музея.